Добрый вечер, друзья, дамы и господа, давайте похлопаем друг другу. Лёгкие мысли слегка. Мы открываем наши музыкальные пятницы, которые будут проходить, естественно, по пятницам, каждую пятницу лета. Если будет плохая погода, мы будем собираться здесь. Если будет хорошая погода, мы будем собираться на улице. Так что зовите друзей своих, знакомых, близких, родных, врагов и так далее. Пускай приходят, слушают, наслаждаются или не наслаждаются нашей замечательной музыкой, которую мы исполняем. Откроет наш сегодняшний вечер Дмитрий Валерьевич Белобородов, наш местный бард. Вот, он попоет нам пару-тройку песен, всеми горячо любимых. Давайте ему похлопаем. Здравствуйте. Хотелось бы для начала исполнить песенку, которую, наверное, все знают, из кинофильма «Карнавальная ночь», песня о хорошем настроении. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг рассорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря, вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть друзей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните о них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас.